Подростка забили до смерти местные бандиты. Слух пошел, что это разборка была между подростками. ОПГ ходит по улице и запугивает всех. По Талгару ходят такие слухи, что хуторские самые беспредельные. Шлейф как раз-таки какого-то бандитизма, рэкета постоянно присутствует. Опыт показывает, что-то тут головы особо не летят. Я не хочу тоже терять ребенка. Привет, это Айран. Убийство из-за банки пива в Талгаре Алматинской области сейчас обсуждает вся страна. Правда ли, что 16-летнего подростка забили до смерти местные бандиты, которые держат в страхе весь город? Почему бездействует полиция и кто еще пострадал от рук талгарских беспредельщиков? Подпишитесь на Айран, здесь мы обсуждаем важное. Вся страна ужаснулась от кадров, на которых жителей Талгара, владельца местного магазина, его брата и сына избивает толпа разъяренных мужчин. Шестнадцатилетнего Шерзата Булата избивали на глазах у отца, затем нанесли ему несколько ножевых, от которых подросток скончался в больнице. А все произошло из-за банки пива, за которую клиент отказался платить в магазине. Шерзат вместе с отцом выставили мужчину из магазина, а тот позвал своих приятелей, которые устроили настоящую бойню. После убийства отец погибшего мальчика Каржаубай Нурымов выступил с обращением, где заявил, что полиция волокитит дело. Около 100 местных жителей вышли на улицу с требованием расследовать убийство, как положено, и наказать преступников. Акиматский жоғары жағын. Дайыртыңызды, қалаға дейін. Бақаттың жолымын жабалым кәлші, звандатты балаларымден дейін. Жамам, қалқа, бір сағат уақыт берем, жігіттер. Бір сағат уақыт берем, кейсін. Келетін адамдар кейсін. Митинг ұйымдастырамын. Бәрі құрым жоямын. Бостан менің бауырымды өтірген адамдарды жазаламасаңдар. Тергеу жүріп отыр. Есеп айтса, мен соң жек қыз әкеп қамасын қазір. Қазір қамасын. Қалғандың бойынша әкеп қамасын. Қалғандары жоқ. Біз жеке шақырмай жеке. Мына жерге олар құрылып пышақ қолдарына келеді. Қалжақ неге бірге келеді ол машинамен? Даже астарлы. Онда ол машинаға бірге келеді ол жігіттермен. Мен баламды қорғаштайын деп отса, мені неге ұстайды олар? Қылмыскер болмаса, неге мені ұстайды? Неге әйелім ұстайды? Сейчас к этому делу подключились юристы и правозащитники. Прокуратура Алматинской области взяла дело под личный контроль. Понятно, что после шумихи все зашевелились. Семерых из 13 нападавших арестовали. Кстати, в этой компании ночных налетчиков были даже две девушки. Наши журналисты побывали в Талгаре на месте драки, поговорили с очевидцами и с родными погибшего подростка. И вот что нам рассказали свидетели той трагедии. Все началось в этом магазине, который арендует пострадавшая семья. Ночью 4 октября сюда пришел клиент за банкой пива, однако отказался за нее платить. Хозяин магазина и его 16-летний сын попытались прогнать мужчину, но тот позвал своих дружков. Сюда приехало 3 машины и 13 человек. Некоторые из них было с оружием. В магазине началась драка. Шерзата избивали на глазах у его отца. К сожалению, он не смог ему помочь, поскольку его держало несколько человек. Самого подростка несколько раз пырнули ножом. Вскоре от этого он и скончался.
Эта ситуация вообще была на четвертая ночь. В 12:15 я заметила вот это все, что происходило, вот эта драка. Но я вот то, что видела, я саму драку не видела. Я открыла окно из-за стрельбы. Первая стрельба пошла. Вот когда я открыла окно, я вот здесь заметила три машины. Одна из них «Гольф» черная. И мальчиков. Ну, на тот момент мне показались это мальчики. Я не думала, что эти мужики 30-летние. То ли они сюда его тащили, то ли его подняли. Я вот просто сдалека не... Но я видела, толпа сюда шла. И с этой толпы... Ну, вот все вот так поодиночке туда пошли. Я уже не видела вот эту драку саму, я не видела. Но я видела только три машины, которые сюда подъехала. Из этой машины выходили один худой в кепке. А, нет, они выходили, я не видела, только когда они заходили. Один в кепке худой, и за ним такой, ну, сейчас же по Инстаграму уже их видно же, показывают лица. Один такой толстоватый лицом. Вот они вдвоем уже в машину в этот гольф садились. Но мы уже... Потом голоса мамы, помогите, скорая. Мы начали все скорую вызывать, милицию вызывать. Ну, я, в принципе, когда вот здесь вот вся эта потасовка началась, я начала звонить в милицию. Я уже начала звонить. Если бы на тот момент милиция вовремя приехала бы, может быть, драка и была бы, но ножовщины и избиение прямо по голове этого бы не допустили бы. Ну, драка, она и здесь уже это произошла. Ну, вот у меня одна обида только, то, что скорая и милиция. У нас здесь постоянно это драки. До этого убийства вот здесь подростки, в 12 ночи подростки дрались. Ну, они не так дерутся, просто это жестокая драка. Я не знаю, вот, ну почему именно вот в этом кругу. И главное, прочёска идёт, милиция в этом плане работает, видишь же, через окно прочёсывают. Но они прочёсывают тогда, когда не надо. Нет, вообще, вот я сейчас только слышу, я даже их не видела на лицо никогда в городе. Ну как в городе, я в принципе, такие люди разве по магазинам ходят? Мы что, многодетные мамы, по магазинам, лишь бы накормить детей? А так, если бы по кафешкам бы ходили, может быть, и знали. Просто я сейчас, в данный момент, у меня дети в 5-6 со школы приходят, я уже как мама их здесь встречаю. Хотя такого не было. Я не хочу тоже терять ребенка. Это страшно. Это вот боль мамы, которую я видела, это страшно. Не дай бог никому, я просто представить боюсь. Как я слышала, милиция приехала. На ту ночь милиция приехала. Приехала через 20 минут. Они, я не знаю, но по словам потерпевших, они говорят, что они дали видеофиксацию, и они якобы уничтожили. И они начали, вот мы же пришли, они пришли, когда начали мы у них говорить ситуацию, кто что было, кто видео скидывал им. И они попросили, чтобы мы видео только скидывали им, уже не верим, мы не верим. Представляете, это страшно же, не верить. Милиции не верить. Этот мальчик, он одноклассник братишки моего супруга. Эта история как бы нас затронула глубоко. Приносим соболезнования, конечно, родным и близким. Но это дикость. Это... уже ни в какие рамки не входит, потому что элементарно боятся выпускать детей на улицу, подростков, потому что мало ли чем может закончиться на ровном месте вот эта вот поножовщина, жестоко убивать на глазах у матери, я считаю, это уже верх наглости, верх беспредела. Ну, мы наслышаны как бы об этой группировке, они там кошмарят свой район, считают, что они безнаказаны, они могут делать все, что угодно. Поэтому мы надеемся на правосудие, что с ними разберутся по закону, как положено, что никто не откупится и понесет соответствующее наказание. Конечно, родителям ребенка уже никто не вернет. Сколько бы им лет ни дали, как бы их ни наказали, родители остались без ребенка. У нас по Талгару ходят такие слухи, что хуторские самые беспредельные. И с ними, если знаешь, что оттуда ребята, никто не связывается. То
То есть у меня супруг, он помладше меня, и он как бы знает все это. И поэтому даже если там какая-то ситуация, и слышат, что они с того района, просто никто не лезет в это, потому что, ну, вот такие вот последствия. Люди считают, что они от всего, ну, уйдут безответственно, и поэтому делают, что хотят, и все. То есть элементарно прийти в магазин и просто так взять товар, никто им не давал такого права. Люди зарабатывают на этом, никто не от хорошей жизни сидит на работах. Семья небогатая, конечно, зарабатывали своим честным трудом. Ну, за это поплатили жизнью. Мы в ту ночь ничего не слышали, потому что у нас окна сюда во двор выходят, и крики мы не слышали. Я единственное, утром пошла за машиной на стоянку и увидела пятна крови, ужаснулась, ну, что такое. Потом мы видели, что магазин закрыт, что отпечатки пальцев снимали. Ну, естественно, соцсети потом дали ясность. Произошел этот инцидент. Шерзад, получается, он из дома пришел в магазин за зарядкой, получается. А Каржал, отец погибшего, вот мой брат, он стоял в магазине, вот мама, все вот. И в этот момент, получается, он зашел за зарядкой, Шерзад. Отец, эти клиент, как клиенты, зашли эти... убийцы, получается, Шерзата, и начали они просить пиво вообще. Ну, вообще, изначально было Харжау, что говорил, что пиво ночью не продается, вот, да. Ну, им надо было, наверное, какая-то причина, может, чтобы это начать, вот этот инцидент, наверное. Вот мы не знаем, вот, почему так случилось это, и непонятно. Так это все быстро произошло, то, что я вот поняла, вот, и я не могу понять, вот, видеокамеры, вот, то, что фиксировали все, и вот это тоже, вот, сказали, что РУВД вот забрали Талгарский, да, и сказали, что нету этой записи. Как нету этой записи, вообще непонятно. Вот там все очевидно, все было видно, что три машины, получается, вот, Hyundai Accent, еще какой-то Mercedes было, вот третий, я не помню, какой-то джип какой-то был, вот, вот сейчас вот этот джип, получается, не могут найти. И в этот раз, получается, Шерзата защищает мама сзади. Один подходит, получается, с автоматом, там, не знаю, какого вида там автомат. Он бьет, получается, по голове на две части. Получается, ребенок, у ребенка разделилась как бы голова, часть черепа, да. Один до этого момента, один подошел и воткнул нож в сердце прям ребенка. И в этот раз Нурганат, получается, отец, вот Каржау, братишка, да, вот наш, Нурганат зовет помощь, скорая помощь. И здесь только, получается, только снимали на видео соседи, окружение, да, то, что жители магазина, то, что вот они сняли, вот хоть это есть доказательство, вот самое главное. Мы что хотим? Вот семерых сейчас, получается, семерых поймали. Ну, остальные где из 13? Мы хотим справедливости, чтобы всех задержали. Токаев Мырза, Кемелуло, мы просим справедливости, чтобы всех посадили пожизненно. Вот. Маленький ребенок еще, 16 лет всего. 16 лет. Вот сами вот подумайте, да? Он еще ничего не видел. Он просто помогал отцу и матери. В магазине просто помогал по дому, все, они один вот старший из пятерых детей, он самый старший был, он ребенок всего, как сказать, он милым, всегда он помогал всем окружению в школе, он мечтал всегда стать КНБшником, либо спортшколу хотел он вообще после учебы пойти. Я хочу справедливости. Я сестра погибшего Шерзата. Хочу справедливости. Мое слово. Вот. А вы не слышали про тех, кто напал? Может, откуда они, что они? Как? Ну, я слышала, что в Талгарии есть раньше, называлась бригада хуторовские ребята. Вот. И не нужно здесь, чтобы нас пугали, моих родственников. Не нужно пугать здесь никого. Мы хотим справедливости, кто бы ни был. Ну, они участвовали, эти девушки тоже, они раздавали, я слышала, что раздавали ножи,
этим ребятам. А что за девушки? У них же тоже есть дети. Неужели у них не было никаких состраданий, то, что там убивали ребенка? И там Нурханата там убивали, да, получается, ранение вот ножом, да, воткнули. И никакого содействия не было от этих женщин, да. Даже вот сестра и брат пошли в тюрьму, и с каждым, получается, вот семерым мы разговаривали. Они там сидели, кушали. Получается, они все связаны, что ли, все? Кушали в тюрьме они. Такую этот, бешпармах всякие вот это, сказы, это что такое? Это вообще абсурд. Ну, я так думаю, что крышуют. А как они узнали, да, вот в магазине стоят, вот, да, они зашли, Харжау подходит, один из них спрашивает, ты не Харжау? Ты разве не заведующий этот скорой помощи? Ну, объясняют, короче, нет, я сейчас никто, как бы, я просто обычный врач, и все. Ну, откуда они знают, что он Харжау и заведующий этого скорой помощи, вот? Он бывший скорой помощи, получается, этот заведующим был. Он оттуда ушел, просто он хотел спокойно жить этот, врачом просто, и все. Но после вот этого инцидента, вот даже какой-то, если там шарох, вот когда слышишь, да, шаги какие-то, да, и даже боятся, вот мы боимся здесь уже ходить. Очень, и так Талгарский район, криминальный вообще район. Пусть возьмут вот, да, вот за это вот, пусть возьмутся сверху вот МВД, там кто, пусть контролируют это. Не так, чтобы 5-6 там патрульных там ездили и все. Это криминальный район, Талгар. Как я знаю с детства, вот криминальный район это. Чем дальше обсуждают талгарскую трагедию, тем больше эта история полнится новыми деталями. Накануне в сеть слили информацию, что трое задержанных до этого уже были судимы за хулиганство, и вообще местные их знают не с лучшей стороны. А сегодня отец Шерзата опубликовал новое обращение, в котором рассказал, что ему стали поступать угрозы. Жеке қауіпсіздік үшін сол уайымдатады мен болғаны. Мені бірнеше рет қорқытулар болды, алып кетулер болды. Телефонмен де заңгеріміз, телевидениядан келдік, адвокатпыз деп, бірге жұмыс ұжымдас едік, бірге оқып едік. Ақтөбе қаласында келіп алдап үйдегілерді. Мені далаға шақырып ап, осылай қорқытулар болғаны рас. Болашақта айтатыным, менің өтініп сұрайтын халқымнан ешқандай қан төгілмесін. Многие комментаторы пишут, что в Талгаре вообще творится какой-то беспредел. Якобы там все еще живут по законам бандитских 90-х. Рассказывают, что город и окрестности поделены на криминальные районы, которые контролируют целые ОПГ. И что подобные драки и налеты случаются в тех краях часто. Правда ли, что в городе существует ОПГ и держит город в страхе? Да, это правда. Весь Талгар боится. Весь Талгар живет в напряжении. Особенно наша молодежь, дети даже в школах, в колледжах. Везде чувствуется вот их беспредел, их влияние на молодежь. И все боятся. Боятся, потому что я сама через это прошла. 3 года я судилась с этой группировкой, которой руководит Касымбаев Хасан. Вот. Они в июне, 17 июня 23 года избили, зверски избили средь бела дня в центре города, избили, оглушили его, задушили его, погрузили в машину 5 человек и увезли в безлюдное место в поле. И там его пытали, били битами, и там в бессознательном состоянии его оставили. У моего сына, как по его рассказу, был конфликт именно с руководителем вот ОПГ Касымбаевым Хасаном, на что Касымбаев Хасан, сам не вмешиваясь, послал вот этих своих бандитов, 5 человек. Они его долго очень караулили, мой сын знал, что за ним следят, все, и они уже решились прям по беспределу, средь бела дня, возле супермаркета, попав под видеокамеры. Есть видеосъемка. Вот. И они его погрузили, увезли, пытали там, оставили. Он пришел в себя кое-как, собрался, вызвал через это такси, через приложение
И приехал таксист, забрал его. Тут меня дома не было, я уезжал от дочери, и младший брат побежал, он жил от нас отдельно, и вызвал скорую, и положили в нашу болгарскую больницу. В болгарской больнице ему сразу все сделали, обследование, все сняли, МРТ, там все было, короче, все медицинские показания, все сняли. Но дело в том, что, как по рассказам моих сыновей, приехали оперативники, начали давить на моего сына, чтобы он не писал заявление. Вот. И мой маленький младший сын, боясь за брата, он просто его забрал и перевел его в Алматинскую областную больницу. Вот. И он там лежал. Но все время он подвергался давлению. Поэтому пока я там ходила, пока я обивала пороги прокуратуры, РОВД, ну, благо, что вот начальник полиции был новый человек, он сразу, это был общественный резонанс, все доказательства были налицо, мой сын всех указал, кто на него напал, все это были опознаны, но они поймали только одного. Именно вот этот Касымбаев Хасан, он имеет огромное, не знаю, влияние или поддержку, или что, почему так, что прокуратура, по которому я ходила, короче, суды, вот, все приняли, вот, понимаете, не наша, как вам сказать, не нашу правду, а поверили вот обвиняемым. Они выходят из зала суда, в это время я подаю на апелляцию, пока дело находилось на апелляции, двое из этой банды зарезали двоих человек в Алмате. Это было тоже резонансное дело. Один парень сразу погибает, а второй остался инвалидом. Если все это правда, то почему полиция не наводит порядок? Кто допускает этот разгул криминала? И понесут ли все виновные наказания за убийство подростка? Мы поговорили об этом с журналистом Жанной Байтеловой и известным блогером Нагимой Настевич, которые выросли в Талгарии и хорошо знают о местных порядках и беспорядках. Правда ли, что в Талгаре все равно действуют порой какие-то такие законы, уже устаревшие, вот этих вот 90-х, город, там чуть ли и ближайшие села поделены на какие-то районы, которыми заправляют преступные группировки? Это так? Да, есть такое. Прям не скажу, что тут по закону 90-х все живут, но то, что город поделен на районы, это да, однозначно, и... Там, ну, как и раньше, Алмата делилась, точно так же, ну, Талгар до сих пор делится. Как раньше делился, так и сейчас делится. И вот это преступление, где произошло, район автобазы, он на самом деле, ну, не в обиду будет жителям, конечно же, сказать, ну, считается таким, ну, как бы, не очень благополучным, что ли. Но, опять же, не весь район автобазы, но есть какие-то там микроучастки, где, ну, и здесь, где в центре, вот я живу здесь тоже, у нас есть микроучастки, где, ну, вот собираются такие вот элементы, скажем так, неблагонадежные. Я не могу сказать, что да, ОПГ ходит по улице и запугивает всех, и всем страшно жить. Но факт остается фактом. Происходило несколько страшных событий с летальными исходами. Такие же похожие случаи, когда молодых ребят лишали жизни. И это было громко. Смогли ли там матери или родственники близких людей добиться, да, там справедливости, посадить всех по закону, чтобы все понесли? Я не могу сказать этого. Но это точно есть. И периодически... нехорошие такие какие-то инциденты происходят. Что вы знаете вот о тех людях, кто напал вот на семью этого самого Шерзата Полата? Говорят, это какие-то местные бандиты. Мне кажется, сообщество молодежи в Талгаре огромное. Можно только догадываться, сколько у них друзей, сколько у них, я не знаю, таких же единомышленников, которые разделяют их, наверное, такие жестокие взгляды, что можно зайти куда-то, не знаю, почувствовать себя бандитом. Я не знаю, сколько их, но я уверена, что если их было такое огромное количество, целых 13 человек, то, мне кажется, надо быть аккуратнее.
Надо быть аккуратнее вообще везде и всюду. Один бог знает, сколько их на самом деле, сколько у них последователей, сколько у них друзей, которые могут в ту же секунду приехать, да, если вам не продали банку пива, условно. Можно только догадываться. Какой-то некий район у вас называется хутор, туда якобы входят три каких-то села, и вот там как раз вот живут вот эти люди, которых, собственно, они вот совершают какие-то преступления, бьют там людей, условно говоря, но на это все те же правоохранительные органы, они закрывают глаза, потому что якобы там еще и какие-то у этих людей влиятельные покровители существуют. Слухи ходят, что эти ребята с хутора, хутор, да, считается тоже таким, ну, скажем, небезопасным местом, да. И единственное, что еще могу сказать, что Талгар, в принципе, сам отстал. Хотя мы живем тут в 20-25 километрах от Алматы, он действительно отстал по инфраструктуре, по какому-то развитию. Буквально 2-3 года тому назад нам хотя бы детские площадки поставили. Вот, если бы вы здесь были бы 3 года назад, ну, тут да, привет 90-е. Хутор, что это такое? Вот вы живете бригада, буквально вот, знаете, деревни, они между собой не разделены. Одно вытекает другое, и вот чуть выше бригады, это уже Береке. Сейчас называется Береке, старое название – хутор. Чем известно? Это то, что там, ну, молодые ребята толпами ходят, ну, скажем так, как везде, молодежь, сборище молодежи. Но вот шлейф как раз-таки какого-то бандитизма, рэкета, он постоянно присутствует, потому что маленькая деревня – все вы друг друга знаете, все вы друг прекрасно слышите, у кого что происходит. Почему вот полиция не может навести порядок и просто вот пересажать всех бандитов? То есть они как-то все же связаны, получается? Конечно, тут даже не, даже знаете, сколько не коррупционный момент, а сколько, как это слово, не очень его люблю, кумовство, да? Когда все друг другу родственники. У меня вообще на районе работает магазин, который круглосуточно продает алкогольные напитки. Что законом запрещено, не просто там слабоалкогольный, но и с крепким градусом, да, ту же водку. И опять же, все прекрасно знают, чей этот магазин. Ну, опять же, я вам повторюсь, что, как говорят, что этот магазин на самом деле, он принадлежит родственникам такого-то полицейского. Но почему полиция не приехала? С другой стороны, полиция могла не приехать тупо из-за своей халатности, тоже... Было такое, что тут иногда полицию не дозовешься. Иногда на какие-то вещи очень смешные, тупые они приезжают, там, когда косишь траву под балконом, и приезжает патрулька, потому что сумасшедшая соседка вызвала. А иногда действительно не дозовешься. И тоже у меня был случай надо мной, когда квартиру сдавали, и муж жену там полночи убивал. И я раза 3-4 вызывала полицию, я не могла вообще, ну, да, мы приедем, никто не приезжал. Я знаю, как здесь работают полицейские, точнее, как они не работают. Я сейчас не говорю о службе местной полиции, это участковая, я говорю именно вот о следователях. А сама неоднократно сталкивалась, потому что у меня еще юридическое образование, и ну, друзья, знакомые меня иногда просили им помочь, там тоже заявление какое-то написать, и я знаю, что они отвратительно, вот просто, ну не знаю, или это в силу того, что у них такой высокий интеллект, или в силу халатности, или коррумпированности. Но то, что полиция Талгарского района не работает, это точно. То, что вот отец убитого подростка вышел на площадь, да, с вот этим протестом перекрыть, я вот прям не удивлена, и я считаю, что это его единственный был метод воздействия. Ну, хотя бы, чтобы полицейские, в принципе, зашевелились. Есть информация, что подозреваемые конкретно в убийстве этого подростка до этого привлекались за драки и дебоши. Вы ничего об этом не знаете? Со слов родственников Шерзада, не все задержаны. И там есть две женщины фигурируют в этом деле. Я просто вчера сама ездила к этому магазину, разговаривала с жителями близлежащего дома, а как раз это тот дом, откуда съемка велась. То есть они это все видели, очевидцы, скорее всего, свидетелями будут. И они тоже, ну, говорили о каких-то двух женщинах, которые чуть ли не подстрекали. Опять же, это вот что мне рассказали, то и передаю. И вот тоже интересно, где две эти женщины и в каком они статусе. Соседи, которые близлежащего дома, они характеризуют эту семью с очень положительной стороны, что отец очень воспитанный, что мальчик вот хорошим был такой, ну очень вежливый. Сам Шерзаджи тоже вот спортсмен,
Ну, то есть не щупленький такой мальчик, может за себя постоять. Как вы считаете, вот как правозащитница, может ли здесь быть, вот, собственно, такая ситуация? Ну, опять же, может быть, это такой кейс, вот как с Бишимбаевым. Кто-то, потому что уже требует открытого суда, чтобы это все показывали также публично, что вот эти люди, они понесут заслуженное наказание. Причем не только, собственно, непосредственно те люди, кто убивали Шерзата и, в общем, вот эти бандиты, но и, в частности, и правоохранительные органы, которые не досмотрели. То есть там тоже головы, как вы считаете, могут полететь после вот этого резонанса? Опыт показывает, что что-то тут головы особо не летят в Талгаре. Но то, что рассмотрение дела будет таким же открытым и, возможно, с трансляцией, то я вообще не сомневаюсь. Мне кажется, да, потому что, во-первых, здесь и сам город на ушах стоит, плюс, в принципе, на весь Казахстан, да, мы тут прогремели с вот этим ужасным событием. Суд в городе Талгар, он небольшой. То есть он физически не уместит себе, не сможет поместить себе всех там, участников процесса, участников дела, журналистов, наблюдателей и так далее. И, скорее всего, туда, ну, было бы правильно, чтобы была прямая трансляция. Когда вот это видео облетело все наши паблики, мы тоже все в шоке были. И, ну, лично я была удивлена молчанию властей района, скажем так. У вас ЧП произошло. Насколько мне известно, не было никаких там экстренных совещаний, заседаний, что-то еще делать. Потому что изначально же, пока вот не было достоверной информации, слух пошел, что это вообще какая-то разборка была между подростками, да. И тоже вопрос, почему у вас подростки там в ночное время гуляют, вот где все эти органы? Дело с Шерзатом, я думаю, оно просто вот рано или поздно оно должно было во что-то вылиться, потому что такая высокая безнаказанность, она просто не может быть постоянной. Напоминаю, что вы можете поддержать нашу редакцию с помощью Каспи QR на экране или по ссылкам на Patreon и Каспи в описании к видео. Благодарим тех, кто уже это делает. Это важно.